Теплые остановки на контроле у общественников. Совместно с депутатами городской думы представители общественной палаты осмотрели остановочный комплекс и проверили состояние автобусов на городских маршрутах. Несмотря на гололед, общественный транспорт ходит по расписанию. В салоне поддерживается чистота и порядок. Теплые остановки находятся в надлежащем состоянии, однако местами отмечаются перебои в работе наружных электронных табло. Возможно, это вызвано погодными условиями. Мы, можно сказать, просто граждане, которые делают вот такую работу, смотрят глазами обычного горожанина. И, конечно, если что-то не в порядке, мы об этом говорим власти, а наш статус как официальная организация общественной палаты дает основание тому, что к нашему слову прислушиваются, и, конечно, все будет исправлено, если что-то не так. Это полностью все объекты, они постоянно используются, поэтому контролировать нужно для того, чтобы поддерживать чистоту, порядок, и для того, чтобы всем нашим жителям было достаточно комфортно использовать данные остановочные комплексы и наши автобусы. Такой мониторинг проходит по инициативе окружной общественной палаты. Состояние теплых остановок общественники намерены проводить на регулярной основе.